Плюшеньки не понимают, что тут происходит, кто тут ходит вообще, да? А, ветки. Он жирный пошел. А, Пуаро? Покатился. Ага. Так он в бытовке был, значит, сейчас. Такой деловой. Я уже знаю, куда он ходит. Я все видела. Ну, такой, да, с тропы не сходит. Бежит себе и бежит. Заглянул он. Он в Бонифацию, что ли, пошел? О, слушай, а он в избушку пошел вообще. Нет, вон он. Дальше. Все. Замечен за всяким. Что, держать надо? Слушай, я изнутри неудобно, потому что здесь второе отверстие. Ну, снаружи вкрути. Ну, опять же, изнутри крутить будет неудобно. Да. Лучик, лучик вон сидит. Смотрит. Еще соседа тебе подселим сейчас. Он такой, да ну нафиг. Я на улице. Беги, беги. Это шалашик для кроши. На одном уровне нет идеи. Да, я думаю, это несущественно. Так-то да. А летом будете вы в нем сидеть. Да это я с плюшком, не тебе. Бедный Артем все время со мной. Чего, чего? Это я вообще не с ним разговариваю. О. Ну, нормально. Можно сидеть где захочешь. Хоть там, хоть тут, хоть тут. И тут все почистила вчера, все убрала. Можно крошу заселять. Будет у вас соседка. Нежданная, незваная. Все, Кроша, переселяемся. Да? А, тебя не видно. Вот. Сидит такая. Но тебе там будет зато меньше дуть. Будут, с одной стороны, очень интеллигентные соседи. С другой стороны, абсолютно неинтеллигентный сосед, но все равно. Такого соседа, как Лучик, врагу не пожелаешь. Но куда ты там смотришь? Кубик гулять там пошел. И мышь твою тоже надо забрать, которую ты не съела вообще. Между прочим, это невежливо. Не доедать еду. Сейчас я буду тебя ловить изо всех сил. Да? Давайте, выселяйтесь, заселяйтесь. Как вас там простимулировать, а, Крош? Кроша, выход тут. Где? Выходи. Не могу. Забрать надо переноску, выходите. Вот, отлично. Живите, ни в чем себе не отказывайте. Вот. Лучика здесь сейчас нет. Ушел. Ну, посмотрим, как она тут освоится. Все. Добро пожаловать. Вообще, ей нормально здесь абсолютно место. И даже это будет намного лучше, чем тот вольер, потому что сюда не залезут никакие куницы, горностаи. Ну, куницы туда не залезут, и горностаи ласки не залезут. Но и мышей здесь не будет мимо проходимых. Вот так вот, Крошенька. Так что теперь только на фермерских кормах. Так, проходим. Закрываем. О, там кто-то уже исчез в домике.
матами не ругаться через окошко. Я сказала, что вы все интеллигентные очень. Да. Малинка, не надо так смотреть. Тыц-тыц-тыц. Такая тыц-тыц-тыц. Давай упаковывай сюда. А, ты наверх? Ну ладно. Ты там будешь сидеть бояться? Залезай наверх, Кроша. Давай, давай. Посмотрим, как она тут обустроится. Домик ее вообще почти никак не разглядеть. Вот так вот прям с трудом заглядывать можно, если она туда будет селиться, прятаться. Но это и хорошо. Будет скрытный сыч. Такая вот у нас лазоревка. С номером 79. Да? Она ударила стекло. Лежала, то есть я смогла ее взять. Вот сейчас она у меня 2 дня посидела. Вроде нормально. Все хорошо с ней. Очень возмущательно, очень миленько спит. Все очень миленькие птички. Сейчас мы ее выпустим. Да? Пока Мороша не видит. Да-да-да, тихо. Больше не пытайся пролететь через окно. Давай. Все. Ну все. Желтенькое кольцо 79. Посмотрим, будет она возвращаться. Не, ну будет, куда она денется. Если уж мы вчера на стриме воробья с красным кольцом видели, которое я ему еще летом, по-моему, цепляла. И Кроша оценила домик и решила его использовать, только немножечко не так, как задумывалась. Надо внутри сидеть, Кроша, внутри домика. Ну, тоже сойдет. Офигеваешь? Да? Ты же 2 переезда за год, это что-то слишком для меня, да, Кроша? Для тебя слишком. Очень много впечатлений непонятных. Но зато здесь удобнее, высоко можно сидеть и смотреть на всех, да? Здорово, скажи. Мне нравится. Вот. Малинка тоже считает, что хорошо сидеть наверху и на всех смотреть. Сидят такие. А, нет, так не получается. Сидит Кроша. Как тебе твой новый домик-то твой? Ну, вообще она выглядит здесь так, это у нее лицо спокойнее. Вот, она здесь посидела, и там посидела, и на домике посидела. Вон там сплюшки сидят, смотрят сюда. Лучик тут сидит. Прям компания для тебя, да? Ну, здесь ей, конечно, комфортнее, потому что 2 стены со стороны закрывают. Крыша есть. И еще она выше над всеми получается. Лучик вот он сидит. И Пунька вон он сидит. В общем, все сидят. Нет, Пунька полетел. Вот. Все гуляют. Лучик совершенно добровольно, остальные, потому что им деваться некуда. Как-то так. Кроша в новом домике. Здесь она выглядит намного спокойней. Такая, ну, как бы, я в доме, чё вы, ручной сыч. Будет смотреть, как будет строиться ее вольер. Это вон та вот секция, будущая Крошина. Не знаю, когда Артём сможет закончить это все. Ну, погода, конечно, все это очень замедляет. Вот, Кроша еще со вчерашней ночи оставила себе мышь, только голову отъела, но она очень толстенькая. Сейчас тепло, поэтому она решила, что она на диете. Не знаю, съест она ночью или нет. Ну, как ей захочет, так обязательно съест. Да, Кроша? Лучик там вон в углу сидит. Его тоже
гуляет. Ну, сейчас где-то 0 градусов на улице, поэтому... Вот он услышал, что о нем говорят, да, Лучик, иди-ка сюда. А у тебя здесь негде сидеть, да, точно, чтобы до сплюшек не добраться. Поэтому не подойдет близко. Ну, у сплюшек тут вообще лето, 21 градус тепла. Да. Там подглядывают. Так что у них тут все хорошо. Малинка такая. Тыц-тыц. Сова, привет! Сидишь? Как тебе погодка? Тебе вкусное принесла. Что? Совсем видео не попадаю, скажи. Вообще, забыли меня снимать. Теперь всех других снимаете. Ну, на самом деле, просто сова сидит здесь уютненько так. Вот. Ничего интересного особо не происходит. Завтра сова у нас тут за главного остается. Потому что она не едет на завтрак, на завтрак, на ярмарку Белобока, которая завтра будет в Москве. Ее устраивает Воронье гнездо. Вот, а мы едем и везем елкину сувенирку. Да, сова? Вот кажется, что она вот так вот очень внимательно и смотрит. На самом деле, вот если смотреть с моих глаз, она смотрит на меня вот так. Это сразу меняет впечатление от того, что сова думает, о чем я тут болтаю, стою. Вот. Елку на ярмарку мы не берем по той причине простой. Который, как правильно сказать, по причине того, что на ярмарке будут другие птицы. Гусь Пипа, будет сычек махноногий, будет курочка будет, сорока голубая будет, насколько я помню, я саед. Вот. А, дабы не нарушать эпидемиологическую обстановку, я туда елку не тащу. То есть все птицы, они из Вороньего гнезда. Вот. Они друг друга знают, общаются, поэтому у них как бы своя там собственная микрофлора, а у елки совсем другая. И вот елка может туда притащить эту другую и нахватать чужой. В общем, рисковать не хочется. Вот, поэтому, ну, к тому же там некоторые птицы будут просто сами по себе ходить, типа гуся Пипы. Зачем волновать лишний раз огромным филином? Хотя, по-моему, гусь Пипа... Ничем невозможно его взволновать. Вот его прототип, аватар, маскот, не побоюсь этого слова. Вот, ну, в общем, ой, это я в тебя так это светанула, да, прости, пожалуйста. Вот, поэтому елка не едет. Зато едем мы, едут календари, едут рюмовочки, кружечки, что там у нас еще есть. Ну, хорошее настроение, общение. Вот, приходите завтра на ярмарку. В описании я оставлю ссылку на группу ВКонтакте Белобоки. Там есть все подробности, адрес, явки, пароли. Вот это вот все. Сова сидит, я ее даже тыкать пальцем не буду, потому что не хочу ее сгонять с теплого насиженного местечка. Да, сова? Вот. Всех я уже покормила. Неясыть кофе. Сидит в комнате весь день. То есть кроша у нас переехала, а кофе еще нет. Кофе пока в доме, я за ним наблюдаю. Мне просто на самом деле волнительно по поводу его здоровья. Я не могу понять вообще, как реагировать. Все-таки из-за того, что у него сломано крыло, он сидит достаточно криво. Я не могу понять, это он криво только из-за крыла или вообще себя плохо чувствует. Очень сложно и волнительно. Вот. И, в общем, сейчас все равно на улице такое себе погода. Вот. И он у нас пока вот под наблюдением. Он двигается мало. То есть сегодня он с самого утра вот сидит вот так. Ну, утром он немножечко там потусил. Морожка его погоняла. Ну, как погоняла? То есть она к нему подходила, а он это отходил. Или наоборот, к ней шел. Он, кстати, морожка. А он не видит. Ну, вот так она примерно делала. Вот, да. Он делал вот так. Ну, уже вечер, надо двигаться, да. Мороз обиженный такая, ушли.
Вот, он пошел ей мстить за то, что она подошла сзади. В общем, он сначала отходит, а потом сам подходит к ней вот так вот. Ну, такие у них отношения. Крысу он сегодня есть не стал, ночью тоже не стал. Вчера он съел мышь. Сейчас я ему опять несу мышь, чтобы он ее съел. Вот. У нас такие вот всякие новости, действия за день. А, ну мы еще в Гагарин съездили за зерном для всех, за семечками, за проса. И что еще? Что-то я только что хотела сказать, но уже забыла. Ладно. Надо идти собираться. Кубик с Артемом ушел гулять.